Здравствуйте, мои дорогие друзья! Огромное спасибо, что опять заглянули на мой канал. Сегодня у меня очередной обзор покупок, но необычный. Я задалась вопросом, как сделать хорошие покупки и при этом сэкономить и не выбрасывать деньги на ветер, поскольку я этого очень не люблю. А зачем это делать, если можно сэкономленные деньги потратить на что-то другое? А есть такая возможность, и поэтому я сегодня сделаю для вас обзор в трех самых популярных польских супермаркетах и плюс еще в одном месте покажу свои покупки, сравню цены на те же самые продукты и покажу вам, где выгоднее всего покупать. Поэтому оставайтесь со мной и не переключайтесь. Итак, поехали! Сейчас мы с вами находимся в Лидле. Я надеюсь, вы обратили внимание на цену винограда, которая за полкилограмма выносила 4 злотых, поэтому килограмм 8 злотых. Я акцентирую ваше внимание на этом. Также персики, сейчас я покажу цену, тоже 8 злотых в Лидле, поскольку я эти товары тоже буду сравнивать с другими магазинами. Картошка, например, в Лидле, посмотрите, какая ужасная, и она стоит 2 злотых. Лук также такой себе, и цена ужасная, 4 злотых. Фасолька, посмотрите, 13 злотых уже после скидки. Эта цена баснословная, как на это время. Я скажу вам, где можно купить дешевле. Морковка 4,50. Однозначно в Лидле овощи покупать совершенно невыгодно. Цены в 2-3 раза выше. Посмотрите на перец, тоже высокая цена. Цветная капуста, цена нормальная, но она маленькая. Огурцы тоже очень дорого. Это совершенно не оплачивается покупать за такую цену. И помидоры тоже, посмотрите, эта цена 8 злотых за килограмм. Очень-очень дорого. При том, что это парниковые помидоры. Хорошая цена на цукини. Это очень низкая цена. Переходим к другим отделам. Сейчас в Лидле можно купить джемы по очень хорошим ценам, потому что есть скидочки. Также обратите внимание на печенье, сладкоежки, есть много скидок и на разные сорта печенья, кто какое любит, так что найдет для себя что-то вкусненькое. Вот Кракуски, тоже известная польская фирма. Также обращаю ваше внимание вот на такую духовочку электрическую. Я ее приобрела, и у меня на канале будет отзыв на нее, распаковочка, и я о ней расскажу вам более детально. Но кого интересует такой формат и такой продукт, пожалуйста, зайдите и посмотрите. В мясном отделе тоже хорошие цены. Вот, например, индейка по 10,90. Возвращаюсь к джемам. Здесь на полке разные виды и хорошие цены, хорошие скидочки. Я варенье не покупаю, но кто желает, может посмотреть, например, малиновое варенье. Его тяжело сварить, потому что малина дорогая. Но, пожалуйста, кому интересно, вот, например, из персиков, абрикосов варенье. Цены очень доступны. Что нас ждет на полочках в этом супермаркете. Посмотрите, персики в такой же цене, 8 злотых, но они как дуб. Я говорю, что ними можно убить человека. Слива довольно дорогая, нектаринки тоже. Цена, как видите, почти 8 злотых. Лук 2 злотых за килограмм. Морковка 3 злотых по скидочке, вот такая. Картофель есть сейчас на скидке, но в другом месте есть мешочки, в котором картофель более хорошего качества. Перец дорогущий. Вот картофель в мешочках и по хорошей цене 60 груши за килограмм. 3 злотых за 5 килограмм. Это очень хорошая цена, как на это время в Польше. И я расскажу потом, почему. Виноград 4,75. Я его взяла, и он сладенький, вкусный, очень хороший. Я вижу, что Кауфлан пошел следами Бедронки, и уже тоже такие акции. Купи 3 и заплати меньше, 30% скидки. Здесь вы видите шоколадки Милка. Также печенье, очень популярное, Орео, тоже по скидочке, кого интересует. Видите, люди разбирают. И обращаю ваше внимание, что для тех, кто печет хлеб, появилась в Кауфланде мука 2,49, хорошая цена, тип 2000, это на хлеб то, что надо. На
пасту Colgate снижка 30%. Это хорошая цена сейчас. И также, кто интересуется, Parodontax тоже есть. Но там две скидки. Одна 7%, а одна побольше. Не знаю, наверное, разные сорта пасты. Вот видите, минус 24%. Так что можете посмотреть, какая паста вам более подходит. Она обычно дорогая. Также для полоскания полости рта тоже есть скидочки хорошие. Также дезинфицирующие гели по скидочкам, кому нужно. А кто хочет сделать сам, у меня на канале есть видео, как сделать за копейки дезинфицирующее средство дома. Заглядывайте и делайте сами. Я лично не покупаю. Также мыло жидкое в Кауфланде сейчас можно купить по выгодным ценам. Вот фирмы даже ФА, тоже жидкое мыло. Также фирмы ФА есть дезодоранты по скидочкам. Кому интересно, заглядывайте. Как видите, все виды и запахи. А здесь был дезодорант для мужчин ФА. Но, как видите, все выкупили. 25% скидки. Может, в вашем магазине еще и есть. Маски для волос для женщин, кого интересует, тоже по скидочкам сейчас. А также показываю вам, к учебному году уже появились рюкзачки. Разные цены, разные фасоны и разные фирмы. Можно что-то присмотреть. Рюкзак есть, так что я не смотрела. А вот здесь капсулы Ариэль для стирки. И также для учебного года тетрадки со скидочками. И на другой полочке я потом еще покажу, есть другие. Так что, кого интересуют такого рода тетрадочки, тоже заглядывайте и ищите в Кауфланде. Сковородочки разные со скидочками, разные размеры. Конфигурации можно что-то выбрать. А здесь я нашла кастрюлю для кипячения банок. Не знаю, такую вижу в первый раз, поэтому вам показываю. Она парует и дезинфицирует банки, мне так кажется. Но я такую вижу впервые. Кто знает, отпишитесь в комментариях. А вот это вторая полочка с тетрадками, о которой я вам говорила ранее. Здесь тоже большой выбор. На полочке с памперсами также есть скидочки. Кого такой товар интересует, смотрите. Вот минус 7%. И также на другой тип памперсов Active Baby тоже скидочки. В отделе с хлебобулочными изделиями тоже видите скидочки на их продукцию. А в отделе с сырами также в пятницу у них минус 20%. Но это не всегда, поэтому в Кауфланде нужно смотреть. У них иногда минус 20% на колбасные изделия или на мясо, а иногда на сыр. Это уже как попадете. Но я вам показываю, какие сейчас цены и какие сейчас, потому что я была буквально в пятницу. Посмотрите, какие сейчас скидки в Кауфланде. Кто любит Actimel, тоже можно купить дешевле. На маргарины Дельма тоже на все сорта скидочка. В отделе с кофе тоже, как всегда, есть на что посмотреть. Вот чаи тоже на скидочке. А любителям инки тоже нужно заглянуть, поскольку инка тоже сейчас по акционной цене. И, как всегда, в отделе со сладостями, печеньками тоже есть скидочки. И также можете для себя найти какое-то угощение по более конкурентной цене. А я вам еще раз хотела напомнить, что в конце видео я подытожу
И некоторые товары, которые я вам акцентировала, покажу, где я купила даже в 3 раза дешевле. Поэтому не переключайтесь пока, а посмотрите, зачем можно идти в Kaufland. Вот вафельки Гуралька, очень популярные в Польше, поскольку по бокам эта вафелька облита шоколадом. Она такая хрустящая, ее в Польше очень любят. Сейчас она по скидочке. Также шоколадки фирмы Milka. Сейчас по акционной цене. А мы с вами покидаем пока что Kaufland и будем перебираться в Бедронку, чтобы и там посмотреть на похожие товары, какая сейчас цена, какие скидки и что выгоднее купить или там, или в Кауфланде. Виноград здесь на 10 копеек, на 10 грошей дешевле, чем в Кауфланде. На сливку, видите, есть скидка 2 злотых. Но это летняя сливка, она довольно такая не крупная, можно сказать, средненькая такая, но не мягкая и не твердая, нормальная. Персики здесь также по 8 и также очень твердые. Ну, арбузы сейчас практически в каждом магазине по 2,49. И в Бедронке, как всегда, вы найдете скидочки на товары. Купи 2 и заплати меньше. Так что смотрите, что сейчас можно по такой акции приобрести и сэкономить. Я купила горошек, поскольку у нас он дома очень часто используется. Также фасолька консервированная сейчас по такой акции. Яблоки довольно дорогие, и видите, качество их не очень, хотя есть и покрупнее, но цена довольно высокая. Кого интересует Пепси-кола, сейчас в Бедронке хорошая цена, а также фирма Skino, я ее не знаю, но, как видите, сейчас акция 50% на второй продукт этой фирмы. Также на фирму DAF, уже, наверное, ее знают все, тоже на второй продукт 50% скидки, а также на фирму Dentix. Кого интересуют эти фирмы, загляните. А здесь показываю вам цену на капсулки Ариэль уже в Бедронке. Итак, вы увидели, какие цены в 3 магазинах, и сейчас я вам покажу, что я купила сегодня и поскольку. Вот это нектаринки, очень мягкие, очень сочные, ароматные, вкусные, показываю вам в разрезе, косточка просто вылетает, и я за них заплатила 4 злотых за килограмм на рынке. Мы их сейчас кушаем, это просто объедение, ребята, так что на рынке купила вот такие помидорчики, и за них я заплатила 2,80 за килограмм. Они немножко мелкие, но я взяла на салатик. Они хорошие, не мягкие, упругие, очень вкусные, и, как видите, качество очень и очень хорошее. Яблоки я взяла по 2,50. Это летние яблоки уже этого года, красные. Посмотрите, какое качество. Конечно же, они не очень большие, но сладенькие. И по 2,50 это очень классная цена. Сливы, летняя слива, очень хорошая, вкусная. Я взяла 2 килограмма, сегодня уже почти ничего нет. Заплатила 3 злотых за килограмм. Хотя неделю назад подобные сливы были по 2, а летние, такие как в Бедронке, я платила злотый 50 за килограмм. Морковку взяла 2 злотых за килограмм. Вот такая, она не мытая, но я скажу вам честно, предпочитаю такую, чем мытую, поскольку мне кажется, что это даже и экологичнее, и для здоровья лучше, потому что неизвестно, в чем эти овощи моют на базах. А 2 злотых, как видите, цена классная. Малиновые помидоры я взяла по 4 злотых. Посмотрите, тоже качество очень хорошее. Помидоры такие не мягенькие, они еще полежат, вкусные. Цена тоже по сравнению с магазином, вы видите, какая. Поэтому, ребята, ходите на рынок, но акцентирую для вас на рынок, который приезжает в город раз или два в неделю. Вот на таком рынке хорошие цены. А на таких стационарных рынках уже перекупщики, и цена может быть намного выше и такая же, как в магазинах. Поэтому, ребята, узнавайте, где у вас в городе такой рынок, едьте туда утречком, закупайтесь. Там фасолька сейчас по 5 злотых, а не так, как вы видели в Лидле.
перец по 4, виноград 5-6, слива 2,50, 3 злотых, картошка подорожала до злотой 50, но хорошая. И огурчики по 3 злотых можно найти. Поэтому, еще раз повторюсь, очень стоит найти такой рынок. Еще раз повторяю, рынок, который приезжает. И он обычно с самого утра до 12 часов дня. Если вам интересны такие обзоры, ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях, какие сейчас цены на подобные продукты у вас, где вы закупаетесь, что вы делаете, чтобы максимально сэкономить деньги. А я очень благодарна вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставайтесь, смотрите видео. До новых встреч, друзья, в новых роликах уже совсем скоро. Пока-пока и удачи вам!